companion. Я не пойду. Не заставишь. Ты убил их всех. Нет, хватит! Прожила их воспоминания. Вспышка инфекции. 75 лет назад. Такая же, как и в тюрьме. Они убили всех. Сдерживали болезнь. Всех. Это не случайность, а закономерность. Харков, черная жесть, Европа. Все они как-то импланты подключены к мозгу. Это словно файл скопировать. Мою-ка вживила шахтерам то, что позже превратилось в меня. Каково это? Странно. Словно быть двумя людьми сразу. И ты действительно понимаешь их. Потому что они — это ты, эти твари. Они были шахтерами.
нужно найти лестницу. На верхний уровень, Джейкоб. Ищи больницу. Что здесь есть. Встретимся в куполе. Все, началось сигнал о бедствии. Таинственная болезнь охватила Каллиста. Симптоматика была загадочной, но сработала. Форма ускоренной эволюции схожая с той, что была обнаружена в Парама. Если мы сможем понять эту болезнь, то сможем перепроектировать ее, чтобы раскрыть секрет эффекта Парама. Обезопасив местность, мы построили лабораторию, а позже тюрьму вокруг нее, служащую исследовательской базой с легкодоступным пулом испытуемых. Это все чей-то эксперимент.
Так вот, для чего нужна черная жесть. После десятилетий поисков мы наконец-то нашли, что искали. Источник, с которого все началось. Это невероятный толчок для нашего проекта. Вир Солитарис. Платформа доставит нас на поверхность.
справились. Даня! Вот чёрт. Так, давай. Ты справишься. Несправедливо. Я поклялась остановить их. Блять. Я не стану одной из них. Не-не-не-не. Этому не бывать. Эй, мы тебя вылечим. Как? Следуем плану. Идем к вышке начальника. Там должно быть лекарство. А если нет? Я не знаю. Но просто так мы не сдадимся. И закончим начатое. Вместе. Идет. Давай. Вставай-ка. Держись. Пока что. Пригодится. Готово. Мы уже рядом. Давай выясним. Выбор за вами. Устройство готово к работе. Процесс. Цикл завершен. Тюрьма управляется автономно. Все системы летят к черту. Почти готовы. Изолятор. Вся тюрьма завершена. Нужно валить отсюда. Согласна. Начальник все еще в командной вышке. Сможем попасть туда? Похоже на то. Я займусь дверью.
Дэнни, ты меня слышишь? Дэнни? Да вы, блядь, издеваетесь. Вернулся в самое начало. Ну и что мне теперь делать? Найти меня. Малер? У нас мало времени. Я смогла перенаправить одного из охранных ботов. Дэнни у меня. Где она? Лаборатория в сердце тюрьмы. Он за всем следит, но здесь мы сможем поговорить. Я помогу тебе найти начальника, я могу вылечить ее. Я хочу помочь. Ты? Ты вонзила эту хрень мне в шею, а теперь помочь хочешь? Прошу, поторопись. Найди меня, Джейкоб. Как? Впереди комната, которая соединена с зоной, закрытой и для заключенных, и для охраны. Найди ее, а оттуда я тебя доведу. Открываю тебе путь. Устройство готово к работе. Пользователь берет на себя всю ответственность за использование устройства. Цикл завершен. Принтеры Wii-U работают для вас.
произошло? Каждый совершенный в жизни выбор привел вас сюда, в этот момент, в это место. Но каков будет ваш выбор, Джейкоб? Остаться прежним? Или, может, перевоплотиться в нечто более великое? Объект 324-980 демонстрирует интересное сочетание характеристик. Особенно выделяется повышенная тяга к выживанию. Рекомендуется изъятие и включение в программу. Место выглядит старше остальной тюрьмы. Лестнице. Ты уже близко. Здесь явно произошло что-то нехорошее. Thank you.
не останавливайся, Джейкоб. Состояние Дэнни ухудшается. Ты должен торопиться. Держись. Я иду. Объект 324-98. Почти на месте. Не останавливайся. Принтеры УЮК. Приятного юпитерского дня!